А бабушка Хайлин у нас оказалась крепким орешком. Мы сегодня смотрим 19-ю серию «Чародей». Посмотрим, как бабку... Я думаю, что все равно Ян Лин, несмотря на то, что она классная, с восточными мудростями женщина, но не без изъянов. Скорее всего, ее внучка является брешью в душе и все остальные девочки. Короче, любовь. Такая банальная, избитая тема. Да, Любовь, кстати, может быть. любовь к внучке будет путем погибели нашей бабушки. 42! Ты не могла съесть 42, Мушу! А мне этот мальчик нравится. Он самый красивый, реально. Да, он реально самый красивый. И Хайлин долго, долго, она, знаешь, она говорила, мне отношения вообще плевать. По факту она такие... И у нее причесочка поменялась сегодня. Это мало, но я хочу, чтобы поместился десерт. И какая же награда положена за этот удивительный подвиг? Это не рекорд. Что за чудовище могло съесть столько? 42. Она дилетант. Надо же, моя подружка чудовище. А о, уже, как уже мило все? Они встречаются, бабушка с дедушкой и внучка с внуком. Подружка. Да, все правильно. Ну все. Да, да. Внучка с внуком, все правильно. Все, да, я просто дедушка с внуком, все. Да! А, звучит неплохо. Я про подружку, а не про чудовищ. А он не рис. Да хватит. Ну, может быть, что он не рис. О, Захария. Что это за... Мои слова тебя не обрадуют. Ты не настоящая, Ян Лин. Ты лишь дубликат. Чё? она ей сон... Это сон. Вещий сон. О, так дубликат же можно же создать. Можно дать ей сердце Кандракара. Сердце Кандракара может создать ей дубликат, забрать сердце Кандракара и с помощью силы Нериса наделить дубликат самосознания. Что? Сложно? Очень. Ну, помнишь, у нас была серия, где Уилл создала дубликат, Нериса поймала его и наделила сознание. Да, я помню. Очень, кстати, трогательная сцена. Но это даже на Ян Лин получается создать дубликат. Ну да, потому что это получается против как-то ее воли навряд ли получится сделать. Или можно. Но это делалось в прошлый раз с сердцем Кандракара. Значит, она должна это сделать с его помощью. По идее. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны лихой прибой. Открыть себе таланты никогда. Процентов нам сейчас покажут, и не будет этих хвостиков. Да. Чародейки. S значит быть собой. Ты просто копия, дубликат, созданный на горе Танес. Автор сценария Джон Вайсман. Что? А, ну все то же самое, только очень-очень давно. Какой давно? Вот сейчас. Ты ужасно упрямая, а времени у меня нет. Посмотрим, смогу ли я найти подходящую замену. Мы тебя надежно спрячем и создадим копию. Нихрена себе! Более сговорчивую. Нериса! Стражницы спасли тебя, как я и планировала, но только ты, не ты. А зачем это рассказывать? Потому что ей сейчас что-то от нее надо. Она же ей, получается, копия служит Нерисе. Что тебе нужно? Сейчас ничего. Наслаждайся жизнью. Я ж Мушу. Но если разболтаешь, кто-то и тебя ждет. Заклятие
и забвение. Блин! Чего вот нахрен? Что происходит? Вообще это гениально. Как со стороны... это возможно? Ну, она... Она создала просто копию сознания, копию внешности, копию... Памяти, все. Памяти. Ни хрена себе. Ну, давай, ну, как бы это вообще не противоречит ничему, потому что по факту у нас были прецеденты такой магии. Вообще, сердце Кондракара могло создавать такие штуки. Ну, и тем более... Не, подожди, стоп. Оно, сердце Кондракара создавало дубль, а вот конкретно сознание наделяло Нериса. А что теперь будет с дублем? Что они убьют бабку? Ну вот это моя гениальность, потому что она создает дубль и дает ему время пожить, чтобы он начал ценить жизнь и боялся смерти. Поэтому она говорит, сиди, тусуйся, ничего не делай, просто жди. Блин, как это? Если она, говорит, разболтаешь кому-то, то... То ты погибнешь, ну типа ты исчезнешь. Да, трэш. Нет, слушай, Нериса прям реально, это я даже... Она какая-то мощная тетка. Я прям даже не знаю в своем... Такая находчивая. ...опыте общения с мультиками такого мощного персонажа. Причем, ну, реально стрёмного. Подождите! В хорошем смысле. Чего ждать-то? Меня? Итак, Шеффилд, внимание! Это запись. Ну, прикольно, они сегодня немножечко такие... Причёшки как волосочки поменяли, да, одежду поменяли. Да, да. Радио представляет битву ансамблей. Готовьте программу и записывайтесь. Победители ничего не получат. Но этот конкурс трамплин для талантов. Не пропустите! Бесс, Кортни, Урия, штаб конкурса собирается в три. Будем решать. Или мешать. Элками и сестры Грампер. Постойте, они поют вместо работы. Тогда у меня тоже группа. Прикинь, Урия победит. Ну, все такие на им крест поставили. Постоянно, кстати, с нами тусуются в творческих, между прочим, каких-то. Да, видимо. То в радио, то еще. Да. Вдруг он выстрелит. Данстерс, да, точно. У тебя группа? Что, без нас? Вы моя группа. Забыли? А, точно, группа. А? Вы играть-то хоть умеете? Проснись! Я гений соло-гитары! Аккорд с 6 лет жарит на ударных! Круто! Жаль, Рэк 55 сотрет в порошок ваших дрянь-стерс! Мы Данстерс! Поговорю с Мэттом. О чем ты думала? Ты знаешь, что Шеган вселился в Мэтта, и он солист Рэка. Что, если он вздумает играть? Не знаю. Стоп, подожди, я запутался. Шеган вселился в Мэтта. Угу. Я же тебе говорю. Да, это я, значит, перепутал. Я подумал, что они не знают этого факта. Знаю, на гитаре гипноза. Никаких гитар гипноза не существует. Я уверена. Почти. Нет, не уверена. Чепуха. Дело Шегана следить за нами. Он не разоблачит себя при всех. И все же, за Шеганом нужно присматривать. О, я... Какая сегодня Тарни. Да вообще, что-то вообще происходит сегодня какое-то невероятное. А, Уилл сегодня выглядит как учительница. Мамка, да. Мамка, да. Она все-таки догоняет свою мать. А Корнелия как учительница музыки, знаешь, какая-то такая, типа... Да, очень похожа, да, какая-то возвышенная. Такая... Ну, Тара не сегодня, конечно, вообще... В оба. Новенького-то талант! Эй, новенький, слыхал о битве ансамблей? Да. Группа Данстерс, крутая из крутейших. И ты будешь четвертым Данстером. Ну да, размечтался. Я за. Нет, Эрик, ты их не знаешь. Я хочу играть. Ты будешь играть, братан. Когда репетиция? Не волнуйся, я гений соло-гитары, аккорд 6 лет жарит на ударных. Кажется, что мне... Какая-то, я мечтал облака достать, но что-то мешало подняться. Понять не мог я никак. Какой блатняк какой-то. Что за шансон ТВ? В чем дело, откуда страх? Мы что похожи на фанаток. Да, на фанаток с плохим вкусом. Что держит меня на дне, но видишь, вдруг... Это Мэтт. Хотя это Мэтт подвластный Мэтт. Шегану. Это не Мэтт, он-то и дело. Это Шеган, который фальшивит очень жестко.
понял. Короче, это... А где Мэтт? Мэтт и Шеган это одно и то же. Да. Ну, сознание это сейчас Мэтта... Блин, да это сложно было даже тогда, когда его превратили. Я не понимаю, как это работает в этом мультике. Но талант петь, вообще управлять голосом, принадлежал Мэтту. А сейчас там Шеган. Шеган фальшивит. Я так это понимаю. Кто демон во мне? Мэтт, что с тобой? Ты сам на себя не похож. Может, из-за песни? Песня классная. Ты ведь сам ее написал. Спой другую. Например, «Власть любви». Или «Твои чувства в прошлом», Мэтт. Старик, ты же позоришь меня. Подумаешь. О, классно, нам показывают его сознание. Сейчас мы поймем. Перестань. А если тебя раскроют? Нерис, это не понравится. Найджел уже насторожился. Дай мне больше власти над сознанием и телом, и я справлюсь. Ты знаешь, я прав. Все, забудь о власти любви. Играем демона во мне. Сначала. Раз, два. Сейчас он споет, это сейчас будет Мэтт. Я хотел, но не мог летать, не мог от земли оторваться. Я мечтал облака достать, но что-то мешало подняться. Понять не мог я никак. Можно найти эту песню? Да, готово. Откуда страх? Да, с чем ты направляешь? Подожди. Что не блеск, но слушать можно. Дне, но вдруг понял, демон во мне. Демон во мне. Стоп, я это слышал, подожди. Демон во мне. Так, это не сплин случай. Так, стоп, нет, мы никуда не пойдем, пока, подожди. Сейчас. Я слушал эту песню. Я буквально слушал эту песню. Демон во мне. Я не удивлюсь, потому что... Рекомендации Сашкины иногда ему такое подкидывают, я в ахере. Нет, пишут, что это из «Чародеек». Вот. Видимо, кто-то перепел ее. Тебе просто в реках попалось все. Да, вот тогда, 300 лет назад, когда я еще был маленьким неосознанным мальчиком. Нет? Кайлин, я должна сказать кое-что. А добавку можно? Что сказать, бабуль? Ну. Ешь овощи. Демон во мне. Урия, когда репетиция? Зачем репетиция? Я гений соло гитары, а Курт 6 лет жарит на ударных. И меня захватил этот демон. Демон во мне. Все в порядке, я не. Все бесподобно. Даже слишком. Блин, и жалко будет расставаться совсем. У нее... Потому что это... Я, прикинь, настоящая Хайлин... Ой, Ян Лин не строила отношений с этим дедом. Вот она вернется и такая, ты кто? Сказал я себе, решай. Нельзя расставаться с мечтой. Иди за ней, не страшась. Но сказал мне демон, нет, стой. Я сменил на гнев свой страх. Я слушал эту песню. Я понял, так жить не по мне. Лицом к лицу дал бой под лицу. И сдался, умер. Демон во мне. Демон во мне. И от света мечты нет в душе темноты. И растаял. Демон во мне, демон во мне, растаял, демон во мне. Кайф, можно зажигалку. Причем, знаете, Уилл сидит такая, ну, скучно, и мы такие. Кайф. Но Уилл, может быть, слышал ее уже 300 раз на репетиции. Я думала, Уилл отреагирует как-то, типа, о нет, это Мэтт. Ведь тот не мог петь, а этот может, значит, это Мэтт. Подумай. Что ж, голос проснулся вовремя, ведь конкурс уже завтра.
Голос при мне. А где твой парень? Я найду Мэтта. Уверена, что ты поможешь мне. Конечно. Да. Этому никогда не бывать. Нет, она не знает. Она не знает. Блин, все-таки я был прав. Ты меня запутала. Это они меня запутали. Это они меня запутали. Круто! Получилось! Это был я! Не испытывай удачу, ничтожество! Уилл угрожает моей власти над этим телом. Ее нужно устранить. Не позволю! Не сможешь! Смогу! Я демон в тебе! Классно! Понял смысл песни. Да, такой... Как классно, что в этом дубляже перепели, песню, перевели, да. И плюс еще сделали это хорошо. Под музыку. Под музыку, ты понимаешь? Они же фонограмму переделали полностью. Ну, в смысле, переиграли. Да. Даже приговоренный ужинает перед смертью. Боюсь, у него нет аппетита. Не болтай, ешь. Довольно съедобно. Если ты сможешь избежать забвения, то только подчиняйся мне. Если исчезну, пропадут мои рецепты. Она уже ее начинает шантажировать. Просто не... Это вообще нормально, что у нее на кухне рис кушает? Это не опасно? А что, если она дубль? Просто мне кажется, что Нериса может в любой точке развеять заклятие, и она без прямого физического контакта распадется. Выбирай дубликат. Забвение или жизнь? Ты создала неудачную копию Нериса. У меня нет силы характера, Ян Лин. Я так люблю внучку. Возможно, люблю Захарию. Но я не могу отказаться. Не хочу забвения. Теперь ты станешь служить мне. Забвение — это разве не то, что ты исчезаешь? Я думал, да, что ты исчезаешь. Я запутался. Подожди, я стой. Она сдалась? Да, и типа просто, копия сдалась. Просто как будто, что она... Ну, забвение, говорит, забвение, как будто не сдалась, ты погибаешь. А с другой стороны, говорит, я не хочу этого всего лишаться ни внучки, ни Захарии. Да, и поэтому она сдалась Нерисе. Мы неправильно поняли слово «забвение». Да, займи стул под музыку, определит, кто первый. Подходит к случаю. Все решил жребий. Элкими первая, Данстерс вторые, Рэг третий. Если найду пропавшего солиста. Ты не пошел на репетицию? Нет, хватит. Неужели страх сцены? Нет. Я хочу избавиться от Нерисы. Но это непросто. Уилл, мне нужна помощь. Я могу устроить тебе встречу с Мэттом. Хочется верить. Я спрятал его, но рыцари зла не дремлют. Я соберу стражниц. Ха, пока ты их собираешь, Мэтта найдут. Ты со мной или нет? Что происходит? Ну, он пытается ее как-то подставить, типа уговорить встретиться с Мэттом, а на самом деле, типа, убить ее или что-то такое. Не знаю, я как будто даже какой-то... Что-то... Ну, у них что-то такое. Как будто у Шегана и Уилл больше химии, чем у Шегана... Ой, чем у Мэтта и Уилл. Ну, там больше проблема, больше эмоций таких негативных, позитивных. Что-то какое-то намешанное, все накручено. Неоднозначно, если я так скажу, да. Отношения. Не отвертишься! Времени осталось только на одну репетицию. Чего ты боишься? Я... Ты гений соло-гитары, а Курт 6 лет жарит на ударных. Но я хочу услышать нашу песню. Что я буду играть? Ну ладно, мы тебе покажем. И потом, мама купила гитару, пора испытать. Ха, настоящая гитара тяжелая. Настоящая? А на чем ты тогда играл? Я на воображаемой делов-то. Ну мы так и знали. Да нет, я думал, что он, знаешь, потерянный гений. Который... Да. О, она настоящий получается звук, и там начинается. Начал жарить в 6, а бросил в 7. Но я ас, верно? Ну а ты, Клабер?
Собрались! Чувствуй ритм! Раз, два, три! Чувствуй ритм! На ноги не смотри! Танцы, парни, танцуй! Нам конец! Ничего, поправимо. Надеюсь. Что ты можешь спеть? Какую песню? Крошка-паучонок. Ладно, уже кое-что. Не утешай! Мы облажаемся, как лохи! Спокойно. Я ведь гений уверток. А Курт всех обдуривает с 6 лет. Под фанеру будут петь. Я Мэтта никак не найду. Вдруг он не придет. Тогда Рэку конец. Продюсер со студии. Бедный Найджел упустил свой шанс. Мэтт испарился. И Вилл тоже. Вилл, остановись. Прошу, там ждет ловушка. Ну, прикольно борьба показана. Да. Группа Элкими и сестры Грампер. Чего ты решил, что ты самый крутой? Что куда ты, Эрик? В своей группе. Ух, там круто. Ну а на что она рассчитывала? Ну вообще повелась как девчонка. Чего ты решил, что ты самый крутой? Что я как щенок побегу за тобой. За полстражницы едины. Храню часы, плюс тунец, плюс тухлые яйца. Плюс вентилятор, и концерт будет сорван. Ребят, не забудьте сардины. Пожалуй, начнем. Так... Козлы. Ну, типа, не мы проиграем, а никто, ну, не будет вообще участвовать. Все проиграют. Причем он участвует в этом? Да. Ну, он все равно симпатичный. Нет, ну, он мог бы просто, ну, не прийти, не участвовать. Да, просто не участвовать в этом. Что ж, пламенная особа, посмотрим, сколько жара ты выдержишь. Больше, чем твой ледяной дружок! Он не мой дружок! Сейчас, как миленький, вернешь мне Мэтта! Ты проиграешь, и некому будет возвращать Мэтта! Наконец, все стражницы в сборе! Нужно подпитать свои силы! Рыцари гибели отлично справляются. Можно использовать дубликат? Да, видимо, да. Видимо, да. Да это ломает вообще все, потому что можно было взять дубликат буквально у каждой бывшей стражницы. Но это крайняя мера. Крайняя мера, которая работает. Ну, понимаешь... Ладно, я могу понять с призраком, потому что там как бы нечего дублировать уже, может быть, возможно, но с остальными-то. Ну, лучше оригинал. Тут она смогла взять оригинал, а тут не смогла. На свете не найдешь такой. Ты не со мной. Дам им еще пару минут. А уж потом я пущу в ход магию. Я знаю, что делаю. Ай!
типа он такого подставил их в итоге. Ладно, ладно. Я крепко ее держу. Вытягивай жар. Охотнику за ненавистью не страшны молнии. Мэтт должен как-то... Вообще, Шегану получается тяжело. Он борется сейчас с физической чародейкой, да, и еще внутри с Мэттом. Если не испугался ее, неужели испугаюсь твоих кулаков? Нет, не кулаков. Ароматные Данстерс! Малыш-паук забрался в трубу, где водосток. Но хлынул дождь и смыл на юбку с ног. Солнце взошло и начало сиять. Крошка-паучонок в трубу полез опять. И по иронии, чувак с телефоном так... будет слушать только саксофон. Дело не в этом. Он, понимаешь, он натренированный. Он может отличить детей, которые вот из жопы вон лезут без таланта. Да. И настоящий самородок. Урю! Да, он... Ну да. Малютка-паучишка, глупый очень мал. Что она вернется, он еще не знал. Тут хлынул дождь. А мне нравится, все остальные подхватили. Весело. Всем промок, и вновь поток ужасный снес недоумка с ног. Этот урит точно не пропадет. Вот оружие. Рыжий ангел установил новую в сердце власть. Власть любви. Голос Мэтта. Песня Мэтта, посвященная мне. Это ты, Мэтт? Ты внутри Шегана. Я тебя слышу. Игра окончена, Шеган. Уходи! Да ладно! Так просто! Мэтт? Ты меня... Мэтт таким останется? Это будет очень удобно такое. Слушай, можешь снова превратиться в Шегана? Нет, серьезно? Я думал, это просто распадется. Освободила. Спасла от самого себя. Отпусти ее, Хагглс. Это Хагглс? Да. В атаку. Битва еще не окончена. Окончена. Пусть силы рыцарей послужат высшей цели. Стражницы, едины! Превращение бабок! Что? Мое пламя! Эмбер! Огонь! Земля! Госпожа, умоляю! Вода! Воздух! Квинтэссенция! Это мило, конечно. Да, я... Берись в трубу, паучок! Они от меня тащатся! Ты гений, топай отсюда! Это Данстерс! Да, я чую хит! Хотя нет, скорее запах! Так, наш последний участник! Подожди! Чё, прям все... Стражница, сегодня... это что, накидали жира? Превращение. Ну, единственное, что мне не понравилось, Шеган. Что Мэтт как-то слишком просто победил Шегана, почему-то этого не делал раньше. Ладно.
Ну, раньше, возможно, он не понимал силу музыки. А в этот раз, когда наигрывал, пел, почувствовал... В этот раз, когда пел, это почувствовал... по сценарию? Так, ну, очевидно, да, но, возможно, когда ладно, он ладно, пел... Ладно, ладно, я заткнулась. Ну, паучок, конечно. Ну, да, Урия. Финальный аккорд. Ребята, я успел... Мы! Старик, где ты был? Обретал власть над собой. Кстати, мы поем «Власть любви». Без репетиции? Поверь. Мы сможем. На сцене группа «Рэп 55»! И аккорды знакомые. Людей так много, мир большой. Ты мне прикольно, что он пришел петь, чужой. Пока там война между страшными и страшными. Не понять, не создать. Нет? Так они ушли. Ты не поняла, она забрала силу у этих, трансформировались они где-то там, на вулкане. Это происходило не в нашем мире. В нашем мире. В нашем мире живут страженцы. А, точняк, блин, я сегодня так поняла, сорян. Я эту песню тоже слышал. Все напрасно, легче быть от всех подальше, чтобы не страдать от фальши. Не искать, не пускать и не ждать. Давай, Найджел! Че, с голос как будто мумий-тролль. Не. Ну, напоминает мумий-тролль вообще в целом по... Не напоминает. Пусть Галип мне напишет песню. Но все изменилось. Она! Она появилась. Хотя мозг туда. Рыжий ангел установил новую сердце власть, может власть быть. Любви. Голос профессиональный, я даже не знаю. Может но... быть. Власть любви. Я надеюсь, любви, что в этой битве ансамбль победит достойный. Власть любви. Они все молодые. Нериса, молодая. Наша битва только началась, поверьте. Ну, у нее, конечно, странно. Смотрите, как-то это прям... Да, как будто голова состоит из двух частей. Двух частей, да. Вверху колпачок, линия губ. Когда так... ее показывали в флешбеках, она покрасивее была. Да, что-то она какая-то... Слушай, ну... Не могу сказать, что она прям очень хорошо нарисована. Ну, та лучшая, которая земля. Да. Вообще, сосна девчонка. Рыжий ангел установил. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу Disney Character Voices International в 2006 году. Роли озвучивали Лариса Брохман, Юлия Артемова, Настя Волкова, Лина Иванова, Валентина Рубцова, Алексей Костричкин, Михаил Тихонов. Перевод и авторы синхронного текста Дмитрий Усачев и Екатерина Бартова. Да я хочу дослушать. Режиссер дубляжа Алла Гончарова. Власть любви. И прямо на финальном аккорде все это закончилось. У нас получается все, воссоединились чародейки. И у нас сейчас будут старые чародейки драться с молодыми. О, ну и они тоже, считай, молодые. Да, но они опытнее. Прошаренные. Старые. А что если это не был никаким астральным дублем? Там просто обманула бабку Ян Лин. Да не. Да. Она могла ее просто обмануть, сказать, я сделала с тебя копию, можешь просто... Но она же сказала, что у меня нет того, что он настоящий Ян Лин. Внушение. Сама себе внушила. Ну, когда ты сомневаешься в своей настоящести. Сложно, я не знаю, не рис максимально. Я так рад уже наконец, что она превратилась. Не такой, ты понимаешь, что все, это финал. Вот, дальше уже некуда. Она свой план выполнила, и дальше уже какой-то, наверное, будет невероятный бой. В каких-то раздумьях, что будет. Сегодня, конечно, крутая серия. Мне песни понравились, невозможно. Ребят, кто пел, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Почему-то кажется, что мумий-тролль, но я могу ошибаться. И скажите, пожалуйста, что за прикол? Реально песни эти гуляли по интернету? Потому что я это слышал. Я это слушал. Ну, вполне может быть. Это очень прикольно. Это очень прикольно. Спасибо, что посидели с нами. Поставьте обязательно поставьте лайк. Вот так. Хотя не обязательно. Обязательно. Не обязательно. Обязательно. Пока. Пока.
Демон во мне! Рыжий ангел! Думал бы, думал бы!